Добрый день! Добро пожаловать на minitoys.ru. В этом видео я расскажу о преимуществах наших кубиков. Итак, начать бы я хотела вот с данной модельки. Этот кубик называется Скьюб. У него есть такой характерный ромбик посередине. И характерное его отличие – это шикарная просто плавность хода. Сразу хочу сказать, я не являюсь спидкубером, я не умею их собирать, разбирать там мизинцем левой ноги, все это делать за 2 минуты 30 секунд, поэтому в видео я просто покажу, какие у нас классные качественные кубики. Это можно увидеть, услышать, а заказав их, еще и пощупать. Дальше. Кубик бренда Mayu. Идет он под названием у нас зеркальный диагональный. Из расположения их делений таким образом. Если присмотреться под определенным углом, можно увидеть, что внутри есть такие вот следы от смазки, что, несомненно, говорит о том, что кубик является очень хорошим, скоростным, и его можно собирать очень быстро и приятно. Также у него в комплекте идет вот такая вот фирменная подставочка. Далее у нас есть вот такие вот кубики. Это у нас сквайры, если я не ошибаюсь. Такие вот линии диагональные, очень интересные. А посередине у него идет, получается, как будто такая перекладина, планка. Не знаю, называйте как хотите. Но кубик тоже. Вот я его буквально задела на миллиметр, а он уже все, он готов к работе. Рвется в бой. Пожалуйста, наш многогранник. Многогранник также отличается шикарной плавностью хода. Он достаточно большой. В моих руках мне его тяжело держать, потому что он, скорее всего, больше для профессионалов, для тех, кто уже разобрался с такими видами кубиков, с такими видами и уже перешел на более тяжелую артиллерию. Кстати, у нас сейчас действуют скидки. Все скидки вы можете увидеть на нашем сайте mini-toys.ru. Данная модель по сниженной цене за 340 рублей штука. Эта модель у нас кубика 4×4 стоимостью, прошу прощения, стоимостью 260 рублей. Пожалуйста, фирменные упаковочки. Ну, тоже такой боевой товарищ, который вас не подведет в трудную минуту, если вы захотите собрать кубик за 2,5 секунды. Он вам в помощь. А коробочка, которую показывал до этого, это у нас коробочка от вот такой пирамидки. Тоже она фирменная. Тоже она вся крутится, вертится как угодно, можете с ней вытворять любые фокусы, трюки, понтоваться перед девчонками, когда научитесь собирать это все дело за 1 минуту и даже меньше. К сожалению, мизинчиком я так делать не умею, но придется учиться. Век живи, век учись, как говорится. Так, ну, что касается у нас классических моделей кубиков 3×3, они у нас также представлены. Качество также на высшем уровне. Вообще у нас практически все кубики идут под названием Speed Cube, что означает скоростные. В данной модельке MF3S, которая называется 3 плюс 3 мини, из-за того, что у нее идет один большой кубик, один такой маленький. Кстати, идет по очень выгодной цене, я считаю, за такой блистер 199 рублей. Вы получаете сразу два кубика. Ну что ж, давайте вскроем и проверим. Что же это за кубики за такую низкую стоимость? По-моему, прекрасно. Малыш, вот сюда. Ой, даже малышик хорошо крутится.
Ну, если у нас предыдущий кубик, его старший собрат был Mercedes, то это, скорее всего, Smart. Так, что еще я хотела вам показать? Есть такие у нас модельки кубиков. Кстати, во всех блистерах вот такие вот прекрасные подставочки. Ну, наверное, качество вы уже оценили. Хочу попробовать посмотреть, что же там у нас внутри. Всем видно? Опа! Такие крепления тут у кубика. Так. Здесь уже будет потяжелее, наверное, отстегнуть. А, нет, все так же легко и просто. Вот такая у нас сердцевина идет. Ну, это все дело я поставлю, естественно, на место. Так как кубики у нас улетают очень-очень быстро. И улетают они у нас по всей России, так как доставка у нас есть любыми удобными для вас транспортными компаниями. Ну, хорошо, это я сделаю попозже. Поэтому заходите в гости mini-toys.ru.